Риск заболеть раком груди есть у одной из 8 женщин. Какие факторы риска и симптомы, как диагностируют и лечат рак молочной железы, расскажут ведущие онкологи России, участники проекта «Мы вам поможем» 19 октября в 10 часов по московскому времени на официальных страницах ВКонтакте театра «Геликон Опера» и научного общества «Медицинская практика». Смотрите выпуск проекта «Мы вам поможем», посвященный раку груди. Подробности на сайте научного общества «Медицинская практика» и странице ВКонтакте театра «Геликон Опера». 18+.